Сейчас обожди, потише сделай, говори. Слава Бендере. Мы крыем Христа бы скрыт опарт. Ну а ты говори, чудовать. Ты должен говорить чудовать. По-польски. Что по-польски? Что по-польски? По-польски я говорю. Что мне, я же поляк. Я же поляк. Ну, да, говорит, вы думаете, я. Вместо по-английски говорю, на языке хозяина. А ты отвечай, чудово. Ну почти. Канаде. Ну да. Верно, да я жалел Деникин хама. Ну что, я тебя, пели, я тебя учу. Какой ты отец? Ну да ты на день-то такой, да давай один на один выйдем на эту путь. Выходи. Если дед, значит, внучок это... одна персона... Та персона, для кого дед, является внучком. Пора бы знать такие вещи. Ладно, ты откуда сам? Я, ну я смотрю, ты дед современный, блядь, ночью, как бы точки, откуда я, если ты не знаешь, то рамку знаешь, что ты дед, ты знаешь. Ну да, ты открывай, это не мимо любовь проводит, а? Да, да. Ты откуда будешь писать? Я с планеты Земля, блядь. Понятно. А что, ты кого ищешь, блядь, о чем общаешься? А ты? Я тоже с этой планеты. Слушай, я никого не ищу, никого не писал. Я приехал 350, блядь, за это сейчас когда я видел тебя, блядь, а забрал его. Вопрос есть ответ. У меня? Тебе? Да. Да точно нет. Если у тебя где есть, не, если нет, то до свидания, блядь. До свидания. Наверное, да я жалел Деникин хама. Вы откуда? Я с Украины. Да ты и так уже. Я в Канаде, Торонто, а вы откуда? Вот это. Это же информация. Из Полтавской области. Ну ладно, о чем беседовать? Кого ищете ругать, о чем беседовать? У вас это тоже большое. Я все считаю, как я. У меня было день рождения, и там уже было вот 4 вещи. А, понятно. Ну я в курсе, что был звезды у него, да. Ну если короткий, прочитайте мне, какой есть короткий какой-нибудь. А вы россияне читаете? Что, я же сказал, из Канады. По национальности русский. Но в школе мову изучал. А ты учил? В школе мову изучал. В Харькове, да. В Украине жил? Я же вам говорю, в Харькове жил, да. Ну, знаешь, изучал в украинскую мову, разумеется. Ну так будете читать короткий стишок или не будете? Ну хорошо. Ладно, тогда всех благ вам. И здесь на этом перекрестке. Говори. Размовлять надо мне говорить. Ну размовляй. Ты откуда? Родом. Ну ты что-то начал говорить, что ты сказал, я не понял вначале. Слушай, на Курской полю были? Да мне Россия под VPN, мне не пальцы. А, понял. Украинская, чтобы скрыть опасность.
Кримче, кримче, бля! Я тебе скажу, ты чего туда был? Да. Личные достижения и вопросы не раскрывай. Я понял, да. Ну так, ну давай вопросы по существу. Тем более, не понял. Я тебя что-то делаю. Я говорю, на личный вопрос не отвечаю. Задавай-ка какой-нибудь общий вопрос, если хочешь побеседовать. Ну, я не говорю, как ты живешь, очень чудо. Как здоровье? Нормально здоровье, не жалуемся. Ты откуда сам-то будешь? Откуда не хочу. Откуда и ты? Ну ты из какого города? Из какого города? Это важно. Очень важно. Для разговора важно, если разговора нет, то не важно. А как же? Хорошо. Ну, вот другое дело, да. Я буду город Торонто. Ты знаешь, где ты стоишь? Знаю. Западная Украина. Ну, именно где? Ну, Львовская область. Так, это плохо. Что плохо? Земля австро-венгерская. Я не видел, да? Потом польская была, сейчас вас, сейчас под вами. Угу. Хорошо, я понял. А ты мне скажи, Якутия – это чья земля? Якутовчья. Ну, еще раз, да, в составе России считает. Ну и что? Хорошо. Там же Витя Скорец считается украинской. Да, сейчас это Украина, я ж не спорю. А почему? Подожди, хорошо. А Якута когда он спорит? Сейчас станет. Ну ты ж не спросил, чья земля, я твое мнение выяснил. У меня, в принципе, почерк, чья земля, от Москвы. Это Дингер, сейчас Украина сказал. Дай бог тебе, я не из России, можешь меня не троллить, не купим. Я ж тебе объясняю, что сейчас вы Украина, а лет через 5, может, опять Польшей будете. А якуты? А якуты так и будут якутами. Вот это объяснение, да? Ну, наверное. Меня это не очень интересует. А чеченцы? Чеченцы, может, и получат независимость. А Табары, Казань? Я говорю, не тролль меня, я не из России, я тебе объясняю. Я не из России, можешь меня не троллить. Татар, может, я не знаю, кто такие татары. Да. Ну, я понял, ну да, да. А что ж ты меня спрашиваешь про татар? Ты сказал, откуда я, и пошел поехал. Ну вот, вот давай разговаривать про твою землю. Ну зачем ты мне не поедешь в тот же путь, ну хорошо, еще вопросы есть? Потому что ты задал вопрос, я бы сделал ответ. Я не отмолвил. Ну я понял. Еще вопросы есть? Вопросы есть еще по существу? Что ты кому-то можешь объяснить? Кому ты потом говорил? И где кому жить? Кто где должен находиться? Я скажу. Для чего ты живешь? Я стал человеком. Ладно, уже. Наверное, я жалел диким хамом. Их надо было в розгать плетьми. А вот теперь и воинство не храма. Вот и улица родная.